Анна осознает свои чувства к султану Махмуду. Она решает держаться от него и вовсе подальше. Однако, как сможет сделать это, пока еще не знает. Салиха несет свое наказание. Она не намерена ни извиняться перед Анной, ни делать обратного шага. А новый план Хашьяр Султан создаст еще большие проблемы для Салихи. Тяжело раненый мужчина, которого нашли в амбаре, никак не поправляется. Воспаление окутывает все его тело. Султану Мехмеду необходимо, чтобы он заговорил, а Эсма Султан должна убить его. Дмитрий поручает Анне убить данного человека. Анна, которую шантажирует благополучием отца, решает, несмотря ни на что, рассказать обо всем султану Махмуду. Однако дела пойдут не так, как она планировала на тот момент.